қайырлы күн, құрметті әріптестер. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен өткен жылдың 8-ші маусымында үш жаңа облыс – Абай, Жетісу және Ұлытау облыстары құрылды. Осыған орай, дәл қазір еліміздің басты медиа алаңы Қазақстан Республикасы президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметі жоғарыда аталған жаңа өңірлердің құрылған күніне орай арнайы көшпелі баспасөз мәслихаттар тізбегін бастайды. Бүгін біз Абай облысы Семей қаласы Абай атындағы кітапханадан тікелей эфирге шығып тұрмыз. Кішігірім ақпарат: Қазақстандағы ең көне Абай атындағы әмбебап кітапхана 1883 жылы ашылған. Алғашқы оқырмандардың бірі Абай Құнанбаев. Қазір кітапхана ақынның есімімен аталып, қолының табы қалған кітаптарды сақтаумен келеді. Бұл кітапхана Қазақстанның ең ірі кітапханалардың бірі. Сонымен өздеріңіз түсінгендеріңіздей, арнайы көшпелі баспасөз мәслихаттар тізбегін Абай өңірінен бастап жатырмыз. Абай облысына екі қала – Семей және Курчатов қалалары, және 8 аудан – Ақсуат, Абай, Аягөз, Бесқарағай, Бородулиха, Жарма, Көкпекті және Ұржар кіреді. Коллеги, добрый день. Мы начинаем серию выездных пресс-конференций, приуроченных ко дню создания новых областей. Сегодня мы говорим о социально-экономическом развитии области Абай. В регионе большое внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса, что составляет основу продовольственной безопасности. Для улучшения социально-экономической ситуации в регионе по поручению президента правительством принят комплексный план развития области Абай до 2027 года. В сфере здравоохранения только в 2023 году запланировано строительство 57 объектов, в сфере образования 9 объектов. Более подробную информацию нам предоставит аким области Абай Уранхаев Нурлан Тельминович. Нурлан Мурза, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Құрметті баспасөз мәслихатына қатысушылар, қадірлі журналистер, өздеріңіз жақсы білесіздер, осыдан бір жыл бұрын мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Абай облысын құру туралы жарлығы шықты. Біздің өңір енді ғана құрылып жатса да, президенттің үкімет пен парламент депутаттарының әрдайым қолдауын сезініп келеді. Жылдар бойы жиналып, қордалып қалған мәселелерді бір сәтте шешіп тастау мүмкін емес екенін сіздер жақсы түсінесіздер. Проблемаларымыз аз емес, соларды біртіндеп шешу үшін жоспарлы жұмыстарды қолға алдық, атқарылып жатқан жұмыстар мен алдағы жоспарларымыз туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарының бәрінде оң динамика байқалады. Өңірдің қысқа мерзімді экономикалық индикаторы 104.9% құрады. Ең үлкен өсім ретінде жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік субъектілерінің санында ол 120.4%, өнеркәсіп өнімі 109.7%, құрылыс 108.8%, өндеу өнеркәсібінде 106%-ға тіркелді. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 8.2%-ға өсіп, 420 миллиард теңгені құрады. Ауыл шаруашылығы өнімін шығару 473 миллиард теңгеге жетті. Бұл өсім мал шаруашылығындағы өндіріс көлемін 4.1%-ға ұлғайту есебінен қамтамасыз етілді. 340 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Өсім арқылы 3352 отбасы тұрғын үймен қамтылды. Өндіріс қарқыны әлеуметтік көрсеткіштерге оң әсер етті. 2022 жылдың қорытындысы бойынша орташа айлық жалақы 24.2%-ға өсіп, 260 мың теңгені құрады. 260 мың биылғы жылдың 4 айында негізгі макро көрсеткіштердің оң динамикасы байқалады. Мысалы, 4 айда құрылыс секторы 159.8%-ға, инвестициялар 112.9%-ға, өндеу өнеркәсібі 121.3%-ға, тұрғын үйді пайдалануға беру 105.3%-ға, ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім 102.7%-ға өсті. Облыс бюджетіне өз кірістері бойынша 138.9% өсу қарқынымен 33.8 миллиард теңге түсті. Биыл облыс бюджетінің көлемі 374.6 миллиард теңгені, оның ішінде меншікті кірісі 10.4% өсімімен 92.1 миллиард теңгені құрады. Сумен жабдықтау объектілерін дамытуға қаржыландыру 2,5 есе, жолдарды жөндеуге 2,3 есеге ұлғайды. Білім беру саласы бойынша шығыстар 1,2 есеге, денсаулық сақтау 1,8 есеге, ауыл шаруашылығы 9 еседен артты. Облыс орталығы Семей қаласының бюджеті 86.1 миллиард теңгені құрады.
Бұл өткен жылмен салыстырғанда 49% артық. Тұрғын үй коммуналды шаруашылық саласын қаржыландыру көлемі 1,4 есеге, және әлеуметтік қорғау 1,5 есеге ұлғайды. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында облыстың әлеуметтік экономикалық дамуының 2023-2027 жылдарға арналған кешенді жоспары үкіметтің қаулысымен бекітілді. Кешен жоспар инвестиция көлемі 1,9 триллион теңге болатын 102 іс-шарадан тұрады. 2028 жылға дейін инвестициялық жобалар пулы жасақталды. Оған 6,8 мың жұмыс орнын құрумен 870 миллиард теңгеге 43 жоба енгізілді. Оның ішінде биыл 1034 жаңа жұмыс орнын ашатын 8 жоба іске асырылып жатыр. Құны 29,3 миллиард теңге. По отрасли агропромышленного комплекса запланирована реализация 9 инвестиционных проектов на 5,6 миллиардов тенге. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы пайдаланылмаған жерлерді қайтару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы ауданы 297,7 мың гектар жер учаскелері анықталды. Биыл әзірге мемлекет меншігіне 99,7 мың гектар пайдаланылмайтын жайылым жерлері қайтарылды. Инфрақұрылымдық сипаттағы жүйелік проблемаларды шешуге ерекше назар аударылып келеді. Ең маңызды мәселелердің бірі жылымен жабдықтау. Семей қаласының оң жағалауында 118 гигакалорий жылу энергиясының тапшылығы бар. Жылу қуатын 40 гигакалорияға ұлғайту мақсатында Габасов және орталық қазандықтарын қайта жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Жылу жерлерін тозу саланың басты проблемаларын бірі. Облыстағы жерлерін жалпы ұзындығы 455 шақырым, олардың орташа тозу 63,8%. Желінің шамамен 290 шақырымы қайта жөндеуді қажет етеді. Қаланың жылымен жабдықтау мәселелерін шешу үшін 2023-2024 жылдары облысты дамытудың кешен жоспарына жылу көздерін қайта жаңырту бойынша 11 жоба, желілерді жаңғыртудың 19 жобасы енгізілді. Оларды іске асыруға республикалық бюджеттен 154 миллиард теңге қажет. Инвесторлар есебінен 23 жоба бойынша жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл 2,2 миллиард теңге сомасына бюджет қаражатын үнемдеуге мүмкіндік берді. Бұл жобалардың сметалық құны 105,5 миллиард теңге. Үкіметпен бірлесіп, жоғарыда аталған жобаларды іске асыруға бюджеттен қаражат бөлу мәселесі пысықталып жатыр. Самрогэнерго акционерлік қоғамымен жылу электр орталығының құрылысының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу жұмыстары басталды. Оларды жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Халықты 100% таза ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында биыл 17 миллиард теңгеге 54 жобаны іске асыру жоспарланған. 2024-2025 жылдары су құбыры желілерін 19 жобасын салу жоспарланды. Облысты дамытудың кешенді жоспарына Семей қаласында қоқыс сұрыптау желісін орналастыру үшін құрылысы бар жаңа заманауи қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы енгізілген. Инвесторлар есебінен жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу жұмыстары басталды. В сфере транспортной инфраструктуры реализуется проект реконструкции автогружевого моста в городе Семей с завершением в 2025 году. В текущем году на его строительство выделено 7,2 миллиарда тенге. По подвесному мосту города Семей японскими специалистами проведено обследование, проводится работа по изготовлению необходимой документации на ремонт конструкции и обновлений дорожного полотна. Предполагается, что работы будут проведены японскими специалистами. Қоғамдық және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 1 қазанынан бастап Семей қаласында сергек фото және бейне тіркеу жүйесі енгізілді. 1500-ден астам орнатылған бейне бақылау камералары жаңадан құрылған ахвалдық орталыққа қосылған. Семей қаласы мен облыста бейне бақылау желісін кеңейту жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2024-2025 жылдары көлік дәліздерін кеңейту үшін ұзындығы 270 километр болатын Бақты-Аягөз темір жолының құрылысы жоспарланған.
Қазіргі уақытта темір жол трасса сызбасын үкіметпен және Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамымен бірлесіп жасап жатырмыз. Әкімдік темір жол салу мақсатында жерлер белгілеп резервке қойды. Жобаны іске асыру Қытай Халық Республикасымен арадағы темір жол тасымалының көлемін жылына 20 миллион тонға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Облыс бойынша тұрғын үй алуға кезекте 19 мыңнан астам адам, оның ішінде көп балалы отбасылар санаты бойынша 2370 адам тұр. Жалпы ауданы 459 мың шаршы метрді құрайтын 66 көп пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы жүргізілді. Алдағы 3 жылға тағы 148 көп қабатты тұрғын үйді іске қосу жоспарланған. Бұл 6800 отбасыға өз тұрғын үйін сатып алуға мүмкіндік береді. В целях снижения дефицита ученических мест по области в 2022 году введены в эксплуатацию 4 школы на 1700 мест. Жеке инвестициялар есебінен Семей қаласында 650 оқушыға арналған бір мектеп ашылды. Жайлы мектеп пилоттық ұлттық жобасы аясында 2023-2025 жылдары 5700 орындық 11 мектептің құрылысы жоспарланған. Биыл 5 мектептің құрылысы басталады. Осы жылы облыс орталығында Каз Минералс Менеджмент жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаражаты есебінен 1200 орындық мектептің құрылысы басталады. 2025 жылға дейін білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қаражаты есебінен 6 шағын жинақталған мектеп, жұмыс істеп тұрған мектептерге 6 қосымша құрылыс салынатын болады. Балаларды қосымша біліммен қамтуды одан әрі арттыру мақсатында көп функционалды оқушылар сарайын салу жоспарлануда. 2023 жылдың 1 қыркүйегінде Шакарим Хай Скул және Алихан Бөкейхан университетінде Абай IT School мектептері ашылады. Облыстың жоғары оқу орындарына қосымша 500 білім гранты бөлінді. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасын іске асыру аясында 2025 жылға дейін облыс бойынша 10,8 миллиард теңгеге 65 алғашқы медициналық санитарлық көмек нысандарының құрылысы жоспарланған. Оның ішінде 57 нысанның құрылысын биыл бастау жоспарланып отыр. Облысты дамытудың кешенді жоспарына Семей қаласында 10,4 миллиард теңгеге 5 медициналық нысанның құрылысы енгізілген. Инвесторлар есебінен қажетті құжаттаманы дайындау жұмыстары жүргізілуде. Осылайша 709 миллион теңге көлемінде бюджет қаражаты үнемделді. 2022 жылдың қорытындысы бойынша жұмыссыздық деңгейі 5% құрады. Жұмыссыздық деңгейін төмендету мақсатында экономиканың түрлі салаларында жаңа жұмыс орындарын құру шаралары қабылданып жатыр. Халық табысын арттырудың 2030 жылға дейінгі өңірлік бағдарламасы қабылданды. Бағдарлама ұлттық жобалармен өзара байланысты, сонымен қатар бағдарлама 3 негізгі бағыт анықталды. Жастардың кәсіпкерлік бастамалары үшін 2,5% үстемемен шағын несиелер беру бойынша жұмыс басталды. Жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін жас кәсіпкерлерге мемлекеттік гранттар беруге 100 миллион теңге көзделген. Шағын және орта бизнеске қол жетімділікті кеңейту шеңберінде биыл кредиттерін пайыздық мөлшерлемесін субсидиялауға 500 миллион теңге, шағын және орта бизнеске ішінара кепілдік беруге 100 миллион теңге жоспарлануда. Халықтың әлеуметтік осал топтарының тұрғын үй мәселелерін шешу үшін жеке тұрғын үй қорынан жалға алуға 50% өтемақы төлеуге бюджеттен 865 миллион теңге бөлінді. Мүгедектігі бар адамдарға арналып 150 орындық оңалту орталығы ашылды. Аталған орталықтың салынуы өңір тұрғындары үшін аса маңызды. Облыста 25 мыңға жуық мүгедектігі бар адамдар тұрады. Оның 3 мыңы балалар. Оңалту шараларын ұлғайту және одан әрі бейімдеу өмір сапасын арттыру үшін Семей мен Аягөз қалаларында 150 орындық 2 арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығын салу көзделіп отыр. Жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр.
Облыста 423 тарих және мәдениет ескерткіштері бар. Олардың 13 республикалық, 410 жергілікті маңыз бар ескерткіштер. Тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану жөніндегі жұмыс тұрақты бақылауда. Саламатты ұлт, ұлттық жобасы аясында бұқаралық спортқа ерекше көңіл бөлінуде. Облыста дене шынықтыру және спортпен жүйелі шұғылдануға 230 мың адам немесе тұрғындардың 38% тартылған. Өткен жылмен салыстырғанда өсім 3,5% құрады. 2022 жылы 5 спорт мекемесі ашылды. Жүзу бассейні, дене шынықтыру сауықтыру кешені, спорттық модульдерінің құрылысы жүргізіліп жатыр. Қысқы спорт түрлеріне қызығушылықтың артуын және облыс орталығында спорт ғимараттарының болмауын ескере отырып, инвестордың есебінен мұз аренасы бар көп функционалды спорт кешенін салуға жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Семей қаласын дамытудың бас жоспары әзірлене бастады. Бас жоспардағы алғашқы жобалардың бірі жалпы ауданы 72 гектар болатын қаланың сол жағалауындағы ескі тұрғын үйлердің орнына жаңа микрорайон салу қарастырылған. Өткен жылдан бастап 35 ауланы абаттандыру бойынша жоспарлы жұмыс басталды. Биыл тағы 70 аула аумағын, сондай-ақ 15 қоғамдық кеңістікті абаттандыру жоспарланды. Олардың бірінде татар ақыны Мұса Жәлелға бюст орнатуды көздеп отырмыз. Сонымен бірге Қазан қаласында Абай Құнанбаевқа ескерткіш орнату жоспарланған. Қаланы көгалдандыру бағдарламасы қоғамдық демалыс орындарын ретке келтіруден басталады. Болашақта жасыл желектерді күту үшін жергілікті суару жүйесін бірыңғай схемасы жасалады. 60 шақырым жолды жөндеу жоспарланды, оның аясында тротуарлар да жабдықталады. Сондай қаланың сәулеттік келбетін реттеуге, оның архитектуралық бірегейлігін қалпына келтіруге неғұрлым бір текті тартымды қалалық ортаны құруға мүмкіндік беретін бірыңғай дизайн код құру жоспарлануда. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттеріне жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ну и как обещали мы горожанам, начали обустраивать второе подмостовое пространство. Запланировано много, и в этот строительный сезон мы постараемся все это успеть. Есть предложение по нашему острову, его надо сделать местом отдыха наших горожан, свободным от автомобильного двигателя внутреннего сгорания. Планируем вернуть нашу старую детскую железную дорогу, работу в этом направлении мы уже начали. Если успеем, я надеюсь, что успеем в этом году, начнем строить новый пешеходный мост на остров. Ну, одну из улиц нашего города мы планируем в выходные дни, по примеру Астаны, делать пешеходный. Все это я сегодня впервые анонсирую, думаю, горожанам все это понравится. Впереди в планах провести второй форум земляков и многое другое. Біз облысты одан әрі дамытуға бағытталған мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыруда барлық күш жігерімізді саламыз. Назарыңызға рахмет. Көп рахмет, Нұрлан Мырза. Құрметті әріптестер, сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Регламент естеріңізге сала кетейін. Баспасөз мәслихатының уақыты шектеулі. Кезекте 25-тен астам журналистер тұр. Сондықтан регламентті сақтасаңыздар, тікелей эфирдің мәдениетін сақтасаңыздар, екі сауалдан тақырып аясында ғана қойсаңыздар. Алғаш болып өз сауалын қоятын Перцева Наталья Владимировна, информационное агентство «Объектив Восток». Пожалуйста. Добрый день, Нурлан Тельманович. Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь я бы хотела поздравить всех нас с первой годовщиной нашей области, восстановленной области Абай. Первый вопрос. Я бы хотела попросить вас, Нурлан Тельманович, рассказать подробности о строительстве мусороперерабатывающего завода. Сроки, технология, сумма строительства. Да, на самом деле проблема с полигоном назрела. Спасибо за вопрос. На самом деле проблема с полигоном назрела давно. Вы знаете, он находится, в общем-то, не там, где он должен находиться. Но это причина не того, что неправильно построили. Просто город рос, расширялся. Да и, в принципе, аэропорт поменял свое место дислокации. Сегодня это большая проблема и для горожан, и для, в том числе, для нашей авиации. Конечно, проблема экологии прежде всего. Ну, проект сегодня делается, я в своем докладе об этом сказал. В этом году из бюджета, вернее, в течение 3 лет из городского бюджета будут выделены средства. Это порядка 300
50 миллионов тенге, и плюс из республиканского бюджета нам 3 миллиарда, 3,5 миллиарда тенге. Проект сегодня делается, и до конца года проект мы получим, новый полигон мы построим. И второй вопрос. Вы также упомянули в докладе о реконструкции автогужевого моста и ремонте подвесного моста. Также хотелось бы узнать подробности, когда, как продвигается реконструкция автогужевого, так называемого старого моста у нас в семье, и когда будет начат ремонт подвесного моста, и конкретнее бы о фирме, не просто японские специалисты, а может быть компанию назовете. Ну, что касается нашего старого автогужевого моста, вы ситуацию знаете, он сегодня после обследования годен только для того, что на сегодняшний день есть там ограничения по проезду не более 2,5 тонн. В будущем мы планируем из него сделать пешеходный мост тоже, это раз. Ну, рядом с ним начал в прошлом году строительство начато нового моста. На сегодняшний день инженерные сети вынесли, увидели по проспекту Шакарима, там много чего перерыт. На этот год 7,2 миллиарда тенге деньги из бюджета выделены. Сейчас готовится к строительству опоры. То есть работа в этом направлении ведется. Срок у нас поставлен, 25-й год, мы должны этот мост построить. Что касается нашего, ну теперь, скажем так, подвесного моста, который мы все называем новым, на самом деле в прошлом году работали японцы, провели обследование, в настоящее время техническое задание есть. Мы понимаем, что мы должны сделать. На основании этого технического задания город Семей готовит проект сметной документации. На основании этой проектной документации будут, в общем-то, выполняться работы. Это касается не только конструкции моста, это касается и асфальтового покрытия. Если вы знаете, на протяжении, наверное, последних 15-17 лет мостовое покрытие асфальта стояло в нормальнейшем состоянии, но наши, вот, видимо, не могут добиться технических каких-то решений каких-то вопросов. И вот мы сколько не пытаемся залатать эти дыры, каждый год они от вибрации моста отщелкиваются. И поэтому мы планируем, что эти работы будут проводить, ну, наверное, те, которые этим занимались, японские компании. Сказать, кто, конечно, я не могу по одной простой причине. Это будет определено в результате конкурса. Но с японскими специалистами мы неоднократно связывались, общались, мои заместители работают, профильное управление. Я и сам общался. И я надеюсь, что до конца года мы ПСД завершим, на следующий год ремонт моста мы проведем. Спасибо большое. Спасибо. Кезекте Агерим Сарсенгалиқызы, Семей таң газетінің тілшісі, мархабат. Қайырлы күн, құрметті Нұрлан Телманұлы, құрметті әріптестер. Жалпы Абай облысына өндірісі өркендеген өңір ретінде қайта жаңғырту жиі айтылып жүр. Осы ретте сұрағым келетіні, индустрияландыру бағытында қандай жобалар жүзеге асырылып жатыр? Жаңағыда менің баяндамамда мен айтқам, осы облысымызда бірнеше жобалар іске асырылып жатыр. Жақында көрген шығарсыз, Сиянь қаласында біз Казминералс компаниямыз Қытай компаниямен келісім шартқа келді. Осы жаңадан облысымызда мыс өндіретін зауыт салынады. Одан басқа қазіргі таңда осы Шар Цемент компаниясы Сингапур компанияларымен жұмыс жасап жатыр. Одан басқа осы жер қойнауына байланысты көп жер қойнауларда жұмыс жасалынып жатыр. Одан басқа жақында мен Ресей Федерациясында болған, Москва қаласында, Красноярскіда болған, сол кезде осы РР компаниялармен кездескенде бірнеше жобаларды талқылағанбыз. Олар Қазақстанда, біз оларды осында Семейге күтіп отырмыз. Кегеннен кейін осы жобалар іске асылатын болады деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Рахмет. Нұркизет, Дерябина Татьяна, пожалуйста. Добрый день. Нурлан Талимович, вы проводите очень много встреч с инвесторами, как в нашей стране, так и за ее пределами. Можете ли рассказать о каких-то новых проектах, договоренностях? На самом деле встреч проводим мы достаточно много, и к нам сюда приезжают, исходя из того, что все-таки новая область, и мы сами, выезжая в командировки, попутно встречаемся с различными компаниями. Ну, встречался я, будучи в Красноярске, с несколькими компаниями. Мы заключили меморандум на Красноярском форуме. Планируется, что мы будем сотрудничать с
именно с Красноярска, в области туризма, культуры. У них очень хороший университет, есть факультет так называемого гостеприимства, с ними мы отрабатываем. Это в области кулинарии, общественного питания. Кроме того, в сфере туризма. И недавно, буквально три дня, на прошлой неделе ко мне приезжали вот именно по соответствии с теми договоренностями, которые были в Красноярск, к нам приезжала компания «Эпоха Возрождения». С этой компанией мы сейчас готовим меморандум, готовим дорожную карту к подписанию с нашим управлением природоохранных программ о строительстве питомника по выращиванию саженцев сосны. Это система, закрытая корневая система, это питомник, землю мы готовим, и это будет достаточно такая, я думаю, хорошая работа, именно в плане того, что, во-первых, это и бизнес, и, во-вторых, мы решим вопросы. Ну, вы, наверное, слышали, у нас были пожары, я уже в другую сторону ухожу, и есть проблемы с тем, что наш лес горит, его надо засеивать. Ну и кроме того, наверное, я думаю, что есть у нас задача довести количество деревьев, посаженных в Казахстане, до 2 миллиардов, поэтому это вот именно в этом направлении. Что касается других, мы встречался с турецкой компанией, приезжали к нам сюда очень много компаний, которые, видя перспективу строительства нашей железной дороги Аягус-Бахты, выходят с предложением о строительстве сухого порта, о логистических центрах. В принципе, желающих работать у нас много. Только что я девушке отвечал в городе Сиань недавно в Китае. «Казминералс» подписали договор с китайской компанией о строительстве нового мини-плавильного завода. То же самое есть турецкая компания «Илдрым» групп о строительстве ферросплавного. То есть, в принципе, у нас работа с инвесторами продолжается. Но пока достаточно, скажем, сложно пока. Все на уровне переговоров. Хотя мы даем достаточно приемлемые, хорошие условия. У нас есть индустриальная зона, которую мы расширяем, планируем завести туда железнодорожный тупик. Мы предлагаем полностью все, что положено, то, что есть все возможности государства использовать, подвести инженерную инфраструктуру, передать земельные участки. Но пока все, в общем-то, в переговорах. Больше наши инвесторы идут в недра, нежели в локализации производства. По локализации производства мы тоже работаем, пока все на этом этапе, на уровне переговоров. И еще один вопрос. В своем докладе вы говорили о новом генеральном плане. Можете рассказать, какие изменения ожидаются на правом берегу? На правом? Правобережье. Ну, правый берег – это наш старый город. Здесь есть основная большая проблема, которую, наверное, все горожане знают. Это застроенный наш проспект Шакарима. Это такое, опять-таки, бутылочное горлышко. У нас очень хорошие улицы – это проспект Ауэзова, проспект Шакарима до вот как раз этого бутылочного горлышка, которое начинается, наверное, с улицы Дулатова. Это у нас хорошая улица Харжабайула, это и Бостаева. У нас широкий очень достаточно проспект. Но такие вот застроенные проспекты нам создают проблемы. Это, конечно, задача в том, чтобы вернуть ему те старые красные линии, в которых он был. Кроме этого, у нас большая проблема, это огромный узел, это там, где находятся наши рынки. У нас есть улица Чехова, есть улица Шугаева, улица Аймаутова, где они, в общем-то, необходимо их обратно вернуть и сделать проницаемым для того, чтобы, в общем-то, город нормально двигался без пробок. Это, во-первых, что касается старого города. Ну, в старом городе, наверное, мы не планируем что-то делать. Мы, наоборот, работаем над тем, чтобы те здания старые, которые у нас их культурных памятников истории и культуры местного значения у нас порядка 400. Нам, наоборот, их надо сохранять. Мы этим вопросом занимаемся. Ну, основная задача будет то, что я сказал. Мы планируем на имеющемся, так сказать, материале отработать. Это улица Жамакая, мы планируем там сделать скверы, их обновить. Я только что в своем докладе об этом говорил. Это подряд идут 4 у нас сквера, в одном из которых мы планируем по договоренности. В прошлом году, когда приезжала сюда очень большая делегация на Сабантуй из Татарстана, мы с ними договорились о установлении памятника Мусы-Джалилю у нас. А мы, в свою очередь, в городе Казань планируем установить памятник Абаю Кунанбаю. То есть вот эти вопросы, это все касается именно правобережной части города. Недавно то, что я сказал в своем докладе в конце, это и то, что, по примеру,
Астаны, мы планируем в выходные дни одну из улиц города делать пешеходной. Но это не страшно, мы не будем перекрывать на постоянной основе, только именно в выходные дни, чтобы люди могли спокойно передвигаться. Ну, это, в общем-то, все связано в основном с благоустройством. Много у нас есть вопросов и нареканий по нашему парку центральному, который тоже мы должны привести в нормальное состояние, мы этими вопросами тоже будем заниматься. И я хотел бы по правому берегу, наверное, остров наш тоже, наверное, относится к правому берегу, хотел бы более детально остановиться. Это все-таки, наверное, огромное счастье, и во многих странах, во многих городах такой вопрос, наверное, не вызывал бы ни у кого протеста, в том смысле, что все люди ищут место отдохнуть. А у нас в центре города прекрасный парк, который экологический, у нас там люди бегают, у нас там люди отдыхают, мы хотим его благоустроить, вернуть нашу старую железную дорогу. В принципе, переговоры мы уже провели, фотографии, я так понял, в презентации были, мы ее вернем, эту железную дорогу. Есть предложение, сейчас этим город занимается, на выходные дни, пятница, суббота, воскресенье, вообще город пока, ну, в первое время остров освободить от автомобилей. Конечно, появятся вопросы, как мы будем передвигаться. Для людей, которые туда будут передвигаться, мы поставим дополнительный автобус. Что касается других дней, ну, я думаю, что в течение недели до 10 часов утра туда ездить тоже смысла нет, после 6 тоже туда ездить нет. Вы сами прекрасно знаете, что там творится, поэтому нам надо его просто сделать немного, навести немного порядка, и он у нас, в общем-то, наш остров нас отблагодарит, я думаю. Но в любом случае, все, что мы будем делать, это будем делать с согласованием нашими горожанами. Вот как-то так. Жауабыңызға рахмет. Кезекте лидер Айман Шарпханова. У меня два вопроса по качеству. Вы сейчас сказали о миллиардах тенге, которые выделяются на строительство и ремонт дорог. Вот я хотела бы узнать, как проверяется, оценивается качество дорог и что делается для улучшения дорожной инфраструктуры. Спасибо. Ну, что касается качества дорог, наверное, это всех беспокоящий вопрос. В этом году мы дороги, вот буквально на прошлой неделе по городу Семей, если вы имеете в виду, разыграли конкурс на 3,2 миллиарда тенге. Я то, что говорил, 60 километров дорог мы будем ремонтировать. Что касается качества проверки, есть РГП при Комитете автомобильных дорог республиканском, с которым мы заключили договор на 90 миллионов тенге, который проверяет нашу сметную документацию, порядок цен, и который проверяет качество соответствие материалов. Это раз. Ну, естественно, я думаю, что очень хорошая практика, я ее увидел в Аягузе, когда что-то делается, и местные жители сами следят за качеством. То есть собирают старейшины, говорят, смотрите, вот проходит такой ремонт, как только вы скажете, что да, сделано, да, завершено, да, качественно, мы подписываем, работаем. То есть поэтому я думаю, что это тоже, этот механизм мы обязательно задействуем, тем более наши горожане, они все достаточно активны. Я думаю, что в этом году с качеством дорог вопроса не будет. Более того, я в своем докладе отметил, те дороги, которые мы в этом году будем делать, они будут вместе с тротуарами. Что касается дорог областного и местного значения, мы 9,9 миллиарда тенге в этом году выделили. Дороги мы будем строить и постараемся делать качественно. Вместе с вами будем следить за качеством. И второй вопрос по поводу качества предоставляемых услуг в общественном транспорте. Потому что мы нередко, к сожалению, слышим нарекания в адрес перевозчиков. Да, абсолютно верно. Сначала, с прошлого года у нас такие проблемы были. Вы знаете давнюю историю, которая была с нашими автобусными парками. Сегодня ситуация постепенно нормализуется. Может быть, это и, скажем так, сезонно. Зимой у нас были проблемы с невыходом машин на маршрут в связи с тем, что, ну, мерзла солярка, были много вопросов. То есть периодичность выхода была достаточно низкой. Сегодня у нас на линию выходит порядка, если не ошибаюсь, 230 автобусов. Это достаточно высокий уровень. Более того, уже в этом году приобретены новые автобусы. И новые автобусы мы приобретать дальше будем. Более того, мы полностью электронное билетирование ввели для того, чтобы был прозрачен механизм выплаты субсидий. Эти вопросы мы решаем. Ну, естественно, у нас диспетчерская служба сегодня следит более
скажем, пристально. На сегодняшний день с начала года 119 нарушений, если мне память не изменяет, было 119 нарушений было сделано перевозчиками, за которые они отвечают, ну, прям натуральным образом своим карманом. То есть мы решаем этот вопрос таким образом. Машины мы дополнительно будем покупать, и я надеюсь, мы ситуацию выправим до конца. Спасибо. Рахмет. Флора Левина, «Казахстанская правда», пожалуйста. У меня два вопроса. В своем докладе вы затронули тему теплоснабжения города Семей. И такой вопрос, будет ли у нас ТЭЦ-3, определились ли с местом и каковы сроки? Что касается ТЭЦ-3, вы ситуацию, наверное, ну, все горожане, наверное, не хуже меня знаете, может, некоторые даже лучше. Ситуация такова, что в соответствии с поручением главы государства, которое он дал, будучи здесь, в городе Семей, наверняка вы там присутствовали где-то, слышали все это, ТЭЦ-3 у нас будет строиться. Проблема на самом деле серьезная. В настоящее время технико-экономическое обоснование разрабатывается. Я сам лично неоднократно встречался с разработчиками. Что касается места, у нас определялось три места, которые были как вариант рассмотрены. У нас даже, более того, мы рассматривали возможность строительства двух теплоисточников на левом и правом берегу. То есть все это рассматривается в самом технико-экономическом обосновании. Два вида топлива, там твердый и газ. Тоже мы все эти вопросы в технико-экономическом обосновании рассматриваем. Место на сегодняшний день определено, оно достаточно серьезно уже сузилось. Пока называть не буду, дабы людей не вызывать на какие-то дополнительные эмоции. Но участок определен. Строительство ТЭЦ у нас срок, если мне память не изменяет, мы должны завершить до 2026 года. Я думаю, что в эти указанные сроки строительство ТЭЦ будет завершено. Я более того скажу, встречался с несколькими инвесторами, с десятком. В настоящее время осталось два более-менее серьезных инвестора. Один из Китайской Народной Республики, другой из Российской Федерации. С ними мы работаем. Это механизм, который был заявлен главой государства, это тариф в обмен на инвестиции. Поэтому, в принципе, горожане это не почувствуют. В принципе, сама теплоэлектроцентраль, она будет 1200 гигакалорий по тепловой мощности и 360 мегаватт по электрической. То есть мы сами себя сможем и электричеством обслуживать, естественно, тепло, с учетом того, что у нас разрабатывается новый генеральный план, дефицита тепла не будет. Как вы знаете, на правом берегу у нас сегодня 118 гигакалорий дефицит, а на левом берегу у нас профицит. Поэтому так. И второй вопрос. В ходе своих встреч с населением вы останавливались на том, что у нас будет построен гормолзавод и сахарный. Вообще, насколько это реально и готовы ли наши бизнесмены взяться за реализацию таких проектов? Ну, давайте начнем с того, что не обязательно же говорить о наших бизнесменах, да? Это могут быть и инвесторы. Хотя я вам скажу, открою небольшую тайну, две группы наших местных бизнесменов, они, в общем-то, в этом направлении двигаются. Что касается сахарного завода, сегодня мы пробуем, смотрим варианты, будет ли расти у нас сахарная свекла. Почему? Потому что в советское время сахарная свекла у нас росла. Сегодня вы знаете, что наши соседи, Алтайский край, в Алейске есть сахарный завод полного цикла. Ну, если там сахарная свекла вызревает, а мы находимся южнее значительно, хотя у нас, может быть, климатические условия немного другие, то почему у нас сахарную свеклу не выращивать? Я более того скажу, с одним из наших аграриев я проговорил, у нас есть договоренность, он должен посеять и посмотреть, будет ли она расти. Это раз. То есть, во-первых, по сырью мы говорим. Да? Что касается самого сахарного завода, у нас сегодня в Казахстане не хватает, ну, я вам скажу так, 15 или 16 сахарных заводов, то есть их можно смело строить. Поэтому, если у нас сахарная свекла будет расти, инвесторы, я думаю, появятся. Что касается гормолзавода, вы знаете, у нас был прекраснейший гормолзавод, со временем он пришел, так сказать, в забвение, его нет, на его месте сейчас торговый комплекс, но тем не менее вопрос гормолзавода и вообще молочки у нас в городе стоит. Есть у нас, конечно, небольшие цеха, которые все это выращивают. Поэтому у нас в этом году
2 миллиарда тенге на две молочно-товарные фермы деньги выделены. Это тиражирование положительного опыта Северо-Казахстанской области. И до 2025 года мы построим еще 5 молочно-товарных ферм для того, чтобы количество, необходимое количество молока у нас было. Сегодня у нас это порядка 9 тысяч тонн, это будет порядка 18,5 тысяч. Кроме этого, у нас на базе идет реконструкция, если не ошибаюсь, Халикан, и на будущий год компания «Орнек», по-моему, в Капитинском районе, у нас есть с ним такая джентльменская договоренность, мы им приводим в порядок школу, он строит мини-молокозавод. Но в городе мы тоже планируем, поэтому эта работа с повестки дня этот вопрос не снят. Мы в этом направлении движемся. Спасибо. Рахмет. Хабар 24 арнасы. Асим Утешев, Азамат Хасымов. Добрый день. Такой вопрос. Все мы в ожидании масштабного строительства, которое запланировано в рамках комплексного плана развития. Скажите, пожалуйста, строительство каких объектов запланировано прежде всего и реализацию каких проектов вы считаете наиболее важными для города Семей? Ну, смотрите, на самом деле ситуация такая. Вопрос очень емкий, поэтому я постараюсь достаточно коротко, но емко ответить. Вот смотрите, для того, чтобы построить все эти объекты, которые у нас, я сказал, у нас порядка 1,9 триллионов тенге в комплексном плане, который рассчитан на 2023-2027 годы. У нас 1,9 триллионов инвестиций, в том числе по 102 проектам. Да. Вы прекрасно понимаете, что когда у нас был областной центр, у нас была областная больница. Да? Сегодня этой областной больницы нет, у нас есть университетская клиника. Ну, состояние вы ее прекрасно видите. Как областной центр, как область, мы должны иметь свою областную больницу. То есть областную больницу как минимум будем строить. Детскую многопрофильную областную больницу мы построить должны. У нас должен быть по закону центр крови. Нам нужны две поликлиники. Наша сегодня скорая медицинская помощь не справляется, то есть в левобережной части города вы видите, что там творится. То есть это тоже нам нужно. У нас построили прекрасный реабилитационный центр по поручению главы государства, вы видите. Прекрасный, современный. Два таких мы еще будем строить в городе Аягус, в городе Семей. Что касается других объектов, ну я в своем докладе сказал, это у нас в этом году мы будем строить, начнем дворец школьников. Проект мы ждем вот буквально, это подарок. Я хочу сказать, еще отдельно остановиться, для того, чтобы все эти больницы, школы, у нас будет на 5700 мест один школ по программе «Комфортная школа», 6 пристроек. То есть я все в своем докладе говорил, я думаю, что вы на слайдах видели, не хочу ваше время просто отнимать. Но я хочу сказать, что на все это необходимо изготавливать проектную документацию. На сегодняшний день, я еще раз повторюсь, мы без одной тиинки из бюджета сегодня делаем, было больше 74 или 75 проектов мы делаем. В том числе это проекты по теплоснабжению. А вот мы когда говорим, что будет строиться, пока мы не разберемся с нашим теплом, говорить о том, что давайте построим что-то, ну, как минимум, так, немного опасно. Но у нас сегодня 23 проекта в сфере теплоснабжения мы делаем бесплатно за счет средств инвесторов. Из них 8 это те проекты, которые критичны, которые мы должны в этом году обязательно сделать. По этим вопросам мы с правительством отрабатываем, понятно, это большие деньги. Есть сложности. Но я вам скажу, по проспекту Ауэзов от ТЭЦ у нас идет 800-ка, которая была уложена на миг, на минуту, в 1966 году. То есть вы прекрасно понимаете, что мы к ней даже прикоснуться не можем. Ее надо сразу полностью менять. Вот эти работы мы все делаем. Кроме этого, у нас будут спортивные модули, бассейн, спортивные. Ну, очень много. У нас сейчас проектируется, мы его по-разному называем, конгресс-холл или как, но в итоге это будет наш на левом берегу, то, что я говорил, в новом генеральном плане, 72 гектара, там вот будет строиться этот наш конгресс-холл. У нас на месте пищевика или Енбека, как вам нравится, там будет строиться у нас обязательно ледовый дворец. То есть все это мы будем строить. Все, что мы проектируем, мы строить будем. У нас обычно просто все хотят. Вот год, почему сейчас нет? Ну так не бывает. Вот даже маленький ребенок, 9 месяцев он вынашивается,
а потом, чтобы он пошел, еще надо время. Но поверьте мне, желание у нас сделать все это быстро. Поверьте, я и сам, как человек, как житель этого города, хочу это увидеть своими глазами. Так же, как и вы. Мы это сделаем. Даже не сомневайтесь. Не зря же мы 70 с лишним проектов бесплатно, без копеечки изготавливаем. Эти все 70 проектов мы будем претворять в жизнь. Спасибо. Спасибо, Азамат Хасымов, кезекте. Нурлан Тилманұлы, менің сұрағым жаңадан құрылатын аудандарға байланысты. Сіз жылдың басында екі аудан құрылатын айтқан едіңіз. Енді Мақаншыға байланысты менің білуімше мәселенің басы ашық секілді, өйткені халық саны жеткілікті. Ал енді екінші мына жаңа шүлбі, абырал осы мәселесі қазір талқыланып жатқанын білеміз. Осы жолы абыралға комиссия барды. Осы жөнінде өз аузыңыздан естісек. Жақсы. Мен сіздерге айтайын, осы былтыр мен осы тамыз айында ма неге барғам сол Ұржар ауданына. Сол Ұржар ауданында Мақаншыда мен осы Мақаншы ауданының ауылының ақсақалдарымен кездескен. Олар осы мәселені көтерген сол кезде айтты, осы қашан біздің мәселеміз шешіледі деп, осы қашан екіге бөлінеміз деп. Мен сол кезде айтқанмын, ең біріншіден осыны зерттеп, бүкіл құжаттарды дайындап, үкіметке жіберуіміз керек. Себебі ол былай қолма-қол шешілмейтін нәрсе ғой, білесіз ғой. Бұл осы біз осы жұмысты жасап, осы құжаттарды жинап, бәрін жібергенбіз. Жұмысы топ үкіметте құрылған, олар жұмыс жасап жатыр. Абыралы бойынша мен сізге айтайын, осы былтыр 8 ба 9 осы Абыралы ауданының тумалары, ақсақалдармен де болған тура осы мәселемен осыған байланысты. Мен сол кезде олармен сөйлескен, оларға да айттым, зерттей көрейік. Себебі шешім қабылдайтын мен емеспін. Бірақ та бүкіл жұмысты жасаймыз, дайындаймыз. Сол туралы мен сізге жауап берейін. Жұмысшы тобы құрылды, жұмыс жасап жатыр. Кішкене шыдайық. Бір көп болса бір екі айдың ішінде бәрі шешіліп кетеді. Бірақ та мен сіздерге осында айтайын. Бұрынғы Абыралы ауданында көп болса бір 4000-ға жуық адам тұрады. Ал 4000-мен аудан ашылмайды, білесіз ғой. Сондықтан егер осы аудан ашылатын болса, ол осы бүкіл Семейге қарайтын ауылдық елді мекендерді соған қосады да бір аудан ашады. Бұрынғы Жаңа Семей аудан секілді. Сол осы жұмыс жасалынып жатыр. Кішкене күтейік. Рахмет. Тұрсықбаев Рүстем, Абай облыстық Семей телеарнасы. Қайырлы күн. Мендегі сұрақ, сіз жаңа өзіңіздің баяндамаңызды айтып кеттіңіз, біздің қаланың жолдары жайлы. Бірақ тағы да нақтырақ сұрағым келіп тұр, қай учаскелер біздің қаланы жөндеуді қажет етеді және бұл жұмыстар қай уақытта басталады? Осы жұмыстар келесі аптадан басталады, ол бір. Бүгін конкурстық рәсімдер бәрі конкурс өтіп, келісім шартқа осы аптада бүгін бе ертең бе келісім шартқа қол қойылады, келесі аптадан жұмыс басталады. Осы қаланың бір нақты айтылмайды, бірақ 60 шақырым жол жасалынады. Одан басқа тротуарларда жабдықталады. Осы жұмыстар осы келесі аптадан басталады. 3-2 миллиард теңге қаражат бөлінді бюджетте. Жаңағына баяндамында естіңіз, 49%-ға қаланың бюджеті өсті. Ал осы қаланы абаттандыруға, жолдарға, аулаларға бөлінген қаражаттың еңсе көлемін айтайын, 16 миллиард меніңше. Сондықтан осы 16 миллиард теңгеге жұмыс істелінді. Келесі сұрағым, мына сол жағалаудағы речной порт нысаны бар. Сіз қызметіңізді бастаған уақыттарда сол жақты барып көрген болатынсыз. Соның тағдыры не болады алдағы уақытта? Өйткені жыл сайын оны біреулер сатып алады да жөндеу басталады, бірақ жұмыс аяғына дейін жетпейді. Речной порт сіз чайқына айтып отырсыз ба? Иә, сол соны қазір сол бұрынғы ғимаратын тағы да осы семейліктер сатып алған, оның орнына үй салайын деп отыр. Себебі оны қазір не ретінде пайдалануға болмайды, порт ретінде.
Сонтан біз осы мәселені қараймыз. Себебі ПДП-сі сәйкес болса, сол кезде олар салады. Рахмет. Следующие два вопроса направили журналисты из Бисмедиа. Сколько общественных туалетов в Абайской области оборудованы для людей с инвалидностью и соответствуют ли они нормативам? Кто это отправил? Бисмедиа. Бисмедиа. Ну, я боюсь, что такую статистику мы до настоящего времени не вели. Но я обещаю, что я обязательно посчитаю. Для меня даже самому стало интересно, сколько у нас есть общественных туалетов оборудованных. На самом деле проблема существует, я думаю. Дайте мне неделю, я в течение недели обязательно отвечу, потому что, ну, на самом деле, такую статистику, я боюсь, мы не ведем. Спасибо. Коллеги, вам письменно ответят пресс-служба Акимата. Второй вопрос. Вы в Алматы и в Астане пытались сделать город для пешеходов, но не сделали. Какие у вас планы по Абайской области и по городу Семей? Как вы измените областной центр, чтобы город был удобен для пешеходов? Бүгін енді бірінші рет айттыңыз ғой, қысқа қосарыңыз болса. Прежде всего, мы и в городе Астана, и в городе Алмата, и в городе Семей, мы, наверное, все-таки везде будем руководствоваться теми простыми принципами Яна Гейла. Это безбарьерная среда, город для пешеходов, это однозначно. Ну, тем не менее, весь город пешеходным быть не может, иначе мы уйдем в каменный век, будем ходить только пешком, конечно, но комфортную городскую среду для наших горожан мы будем делать, это и центральной части города, это и наша пешеходная улица, это и новый мост пешеходный, который пойдет на остров, это и парк, который мы обязательно приведем в нормальное состояние, и остров, который здесь есть. То есть этим вопросом мы будем заниматься. Но я вам скажу точно, я никому не обещал, что я Астану или Алмату сделаю только пешеходными. Это какая-то ошибка. Рахмет. Астана телеарнасынан Ирина Якунина. Аламызды бар мекен. Жоқ болса келесі журналистке көшейік. Неге кезеттен Маржан Сәбет өзінің екі сауалын жолдап тұр. Рұқсат болса мен оқып шықсам. Бірінші сауал жаңа Мақан шауданына байланысты. Шекаралық аудандардың жайы мәз емес. Сіз облысқа әкім болып келгеніңізде шекаралық Мақанш ауданын қайта құру мәселесін зерттеуге уәде бердіңіз. Шекаралық ауданның жағдайын зерттедіңіз бе? Ауданды қайтадан бөлу туралы үкіметке жоспар ұсынасыз ба? Жаңа айтып шықтыңыз. Я жаңа ғана жауап бердім ғой. Қосарыңыз болса. Қосарыңыз болмаса. Маржанның екінші сауалы жеке бас мәселесіне қатысты екен. Маржан ханым, әкімдіктің баспасөз қызметіне екінші сауалыңызды жолдасаңыз, біз қазір келесі журналистке көше берсек. Информбюро, Айдана Сейсенбек с нами на прямой связи. Айдана, здравствуйте. Айдана, вы на связи, микрофон, пожалуйста, включите. У меня включен микрофон. Пожалуйста, мы вас услышали, ваши вопросы. Да, добрый день еще раз. У меня вопрос про дорогу на Алаколь, которая вот по ВКО, бывшая ВКО, сейчас в Абайской области. То есть в прошлом году жители жаловались, что дорога в плохом состоянии и что не могут привести его в цивилизованный вид. И с тех пор за год пока еще ничего не изменилось. Можете про эту дорогу конкретно рассказать, какие работы ведутся либо планируются? Спасибо, Айдана. Я скажу, что эти дороги, эта дорога, вы, наверное, ведете речь о дороге Омск-Майкап-Чигай. Эта дорога целиком будет завершена в 2025 году. В настоящее время у нас до Алаколя, это небольшой участок за Аягузом, там порядка 30 километров в таком ненормальном состоянии, и где-то с 92 километра, где-то порядка тоже 90 километров. Остальная часть дороги находится в ремонте. Я разговаривал с комитетом автомобильных дорог, они обещают проезд открыть в этом году, полностью завершить дорогу на будущий год. Но на всякий случай, чтобы были в курсе, у нас из города Семей, из города Астана сегодня летают самолеты с большой периодичностью на Алаколь. В Уржаре взлетно-посадочная полоса сделана, аэропорт готов, планируем еще и терминал поменять, поэтому можно летать на самолете. 1:20 из Астаны. Айдана, ваш второй вопрос. Мой второй вопрос про сохранение исторических зданий. Вот в прошлом году снесли старинный купеческий особняк, и потом он получил статус архитектурного памятника.
Только что с ним будет дальше, сейчас пока непонятно. Он будет просто стоять в виде руин под защитой государства, тем более в области таких зданий много. Я понял, Айдана, вы, наверное, ведете речь о доме по Найманбаева 187. Да? А если вы ведете речь об этом доме, ну, на сегодняшний день мы разговоры, переговоры с собственником этого здания ведем. На самом деле мы его пытаемся найти, пока он от нас, скажем так, не будем говорить, скрывается, не выходит на связь, но он знает, что мы планируем выкупить это здание в государственных нуждах. Мы хотим там разместить Центр народного творчества. Это здание у нас под охраной, поэтому строить и тем более сносить никто такую возможность не даст. Более того, я скажу, у нас в области есть комиссия по охране исторических и культурных памятников, которая, я считаю, так достаточно плодотворно в последнее время работает. В моем докладе вы слышали, у нас 13 памятников республиканского уровня и 400, не помню, более 400 это местного значения. Поэтому с памятниками мы будем работать. У нас, кроме этого здания, есть очень большое количество зданий, с которыми мы занимаемся. Поверьте, мы за то, чтобы все это сохранить. Более того, есть такое поручение, и вы, наверное, слышали, глава государства сказал, что город исторический, надо это все сохранить. Мы этим занимаемся. Угу. Спасибо, Айдана, за ваши вопросы. Станкизе, Тайнур Мухадзеки, секция. Айнур ханым, дайын сіз ба, сұрағыңызды қойуға? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Бірінші сұрағымды қоятын болсам. Тоқаевтың сайлау алды бағдарламасын іске асыру жөніндегі республикалық штабтың отырысында премьер-министр тұрғын үй салу бойынша Абай облысының едәуір артта қалғанын айтқан еді. Бұған не себеп? Сіз әкім болып отырған бір жылда қандай маңызды шаралар атқарылды? Жалпы тұрғын үй саласына қатысты. Рахмет. Я сіз айтып отырған дұрыс, себебі бірақта мында бір қате болды. Себебі біз іске қосқан үйлердің біз іске қостық 60 мың шаршы метрді сол сәуір айында. Бірақ та біздің жоспарымызда 70 мың шаршы метр болып тұрған. Бұл қатені қазір біз түседік, осы маймен біз қосымша үйлерді тапсырдық. Бүгін біз жетпіс мыңнан астам шаршы метр үйлерді тапсырдық. Сондықтан Айнұр, тағы да бір қайталасаңыз сұрағыңызды. Сұрағыңыздың тағы да қайталасаңыз, Айнұр ханым. Тұрғын үй салу мәселесі бойынша Абай облысы едәуір артта қалған, бұған не себеп? Жалпы осы тұрғын үй саласы бойынша бір жылда сіз билікке келген, бір жылда қандай шаралар қалды? Біз биыл 66 көп қабатты тұрғын үйлерді саламыз. Келесі үш жылда тағы да 148 көп қабатты тұрғын үй саламыз. Сондықтан осы кезектің мәселесі шешілетін болады. Екінші сұрағыңыз, Айнұр ханым. Екінші сұрағым, Алакөл жағалауындағы демалыс мәселесі біраз жылдан бері жүр болып айтылып жүр. Сіз осыған дейін аймақта демалыс базасы салынады деген болатынсыз. Одан бөлек тұрғындар жолдың сапасына да наразылықтарын айтып жатады. Биыл барлық мәселе шешімін тапты ма? Оржарда ма, Қабанбайда ма? Жоқ, тоқпай отырмын. Тағы да бір қайталасаңыз. Нақтылап жіберсеңіз, Айнұр ханым. Алакөл жағалауындағы. Алакөл жағалауында қазіргі таңда 300-ге жуық демалыс базалары бар. Олардың қандай проблемалары бар? Ұқпай отырмын. Қандай проблемалары бар, Айнұр ханым? Сұрағыңызды нақтыласаңыз. Немесе жазбаша. Қанша демалыс базасы салынды, сіз салынады деген болатынсыз. Одан бөлек жолдардың сапасы туралы наразылықтарын білдіріп жатады. Соның жолдар жайлы спикер жауап берді. Демалыс орталықтары жайлы. Ал не бойынша мен сізге жауап берейін. Егер осы жердің иесінде бүкіл құжаттары дұрыс болса, ол да ешқандай біздің тарапымыздан ешқандай қарсылық жоқ. Салай берсін. Проблем неде? Ұқпай отыр мен сіздің сұрағыңыз.
Қазір таңда осы Алагөлде, Қабанбайда 300-ге жуық демалыс орындар бар. Одан басқасын мен білмеймін, салыватқанын білмеймін себебі бізге осы жүгініп ешкім Айнұр ханым, рахмет, рахмет сұрағыңызға. Оразбаева Лейла Сагнаевна, информационное агентство «Семейнасы». Первый вопрос был, касался инвесторов, и очень много уже по этому поводу было сказано, поэтому я сразу ко второму перехожу. Нурлан Тельманович, вы как старожил нашего города и люди старшего поколения прекрасно помнят то время, когда осуществлялось судоходство по реке Иртыш. Вот. Была транспортная, так сказать, магистраль от Павлодара, от Усть-Каменогорска до Омска, которая через наш город проходила. Сейчас вообще ничего этого нет. Иногда только по Иртышу бороздит прогулочный катер «Чукан-Валиканов» и все. Профессор, экономист Асхат Дюсембаев, он постоянно поднимает этот вопрос. И мне бы тоже хотелось бы услышать перспективы, может быть, возобновления вот этой вот водного пути по реке Иртыш. Я что скажу, Лена Сагнаевна? Во-первых, этим вопросом мы занимались еще с прошлого года. Мы встречались, у нас есть инвестор, он этим вопросом занимается. Мало того, у нас есть, ну скажем так, соратники в Павлодарской области, которые тоже планируют и занимаются вопросами судоходства по реке Иртыш. Эта проблема, в общем-то, решаемая, надо ей просто немного заняться. Возможность по судоходству есть, возможности по шлюзованию на Шульбинской ГЭС есть. С Дюсембаевым я встречался, мы эти вопросы проговаривали. Ну, просто, видимо, не так близко еще подошли к решению этих вопросов. Да, мы прекрасно понимаем, что раньше из Усть-Каменогорска в Омск за 9 часов можно было на ракете, там, на Украину или Беларусь добраться. В принципе, никто не возражает. Мы этими вопросами, еще раз повторюсь, занимаемся. Мало того, вот как раз касательно Чайки, рядом с Чайкой, пирс существующий, он находится до сих пор у государства. Мы его, мягко говоря, вернули. Мы, наверное, в курсе были, когда мы посещали. Этот вопрос у нас в работе. Мы, мало того, наше управление транспорта общалось и с Атамикеном. У них есть там такой комитет транспорта и логистики. То есть мы прорабатываем этот вопрос. И я думаю, что общими усилиями мы его решим. В перспективе решим. Ну, да. Честно скажу, решать будем. Я не думаю, что он так очень быстро решится, да. Потому что есть гораздо более глобальные насущные проблемы. Но и этим вопросом мы однозначно будем заниматься. Еще раз говорю, мы его с повестки не снимаем. Так, ну и второй вопрос. Я знаю, что работа любого руководителя, в принципе, не сахар. И вот за этот год, который вы руководите областью, скажите, можете вы рассказать о каком-нибудь своем самом большом разочаровании и том, что вас больше всего порадовало? Знаете, я на самом деле, самые большие мои разочарования, которые я здесь увидел, это то, что наши, я думаю, что не все это, наши горожане не ценят то, что мы пытаемся сделать. Это касается тех же теплых остановок, это касается, когда возле Имышевских ворот мы поставили освещение и через неделю содрали, или когда в теплых остановках срывают зарядные устройства, вот это вот меня больше всего, наверное, каким-то образом разочаровывает. А в целом я всегда говорил и говорю, что наше самое основное богатство – это наши люди. И только благодаря им и нашей выдержке мы наш город и область поднимем. Поэтому больших разочарований у меня нет, у меня есть только вот такие вот маленькие. Но это такие, на которые, в общем-то, не стоит даже обращать внимание. Но я всегда хочу сказать, мы делаем не для себя, мы делаем для вас. Это никто с собой не унесет, поэтому цените это. Вот такие маленькие вещи, которые нам создают возможность нормально жить, нормально существовать. И в конце концов, никто же не отменял, что это город исторический, духовный, что это, в общем-то, его таким сделали те люди, которые здесь живут, никто другой. Поэтому не забывайте.
Я часто рассказываю о том, что когда в свое время сюда приезжали мои родители, они тоже были парни и девушки из деревни, но они старались, учились, стремились. То же самое я хочу пожелать всем нашим, стремиться, чтобы вернуть нам вот это звание исторического и культурного духовного центра. А чему порадовались? Коллеги, время. Что порадовало? Я радуюсь всему. Я радуюсь тому, что у нас есть область, что мы каждый день что-то делаем. Я даже радуюсь иногда, что мы решаем какие-то проблемы. Вот этому я радуюсь каждый день. Спасибо. Вера Крупачева, ТВК-6, Ержан Жакуп, Дайн Турзанс. Добрый день. Пожалуй, самой резонансной темой в мае было это то, что пожар в нашем лесном массиве. Вот скажите, на сегодняшний день уже определены объемы и затраты, которые будут направлены на восстановление этой, и какие потери мы понесли. Кроме того, если взять саму структуру управления семьи Арманы, то там сейчас идет полная перезагрузка. Как вы считаете, как вы намерены нивелировать эту ситуацию, хотя бы отчасти влиять на то, чтобы мы дальше шли таким теплым, уверенным шагом? И сегодня вы очень хорошо говорили о своем партнерстве с красноярским лесничеством. Это очень, ну, приятно, что закрытая система будет выращивания, да, саженцев. Но к тому же, намерены ли вы с ними войти в партнерство и будет ли такой, ну, как бы сказать, кейс по выращиванию цветов и, допустим, саженцев и всей той растительности. Вот понимаете, городу нужны принципиально новые сорта деревьев для посадки. Вот были ли разговоры и какие-то решения на эту тему? Спасибо. Ну, что касается пожара, вы лучше меня, наверное, ситуацией владеете, потому что там очень много было на месте пожара и журналистов. Ситуация в том, что, ну, историю не буду рассказывать, да, откуда пришел пожар, сколько было задействовано специалистов. Ну, проблема в том, что вы прекрасно знаете, что, во-первых, это относится к резервату семьи Романе. Это Министерство экологии. Это их, в общем-то, зона ответственности, но при этом мы не говорим, что мы в сторону отходим. Нет, конечно, это проблема, когда был пожар, это была наша общая проблема. Но вы прекрасно понимаете, что по методике подсчетов, если я не ошибаюсь, это где-то после 15 дней после завершения пожара они идут и считают, отчитывают тот ущерб, который был нанесен. То есть я сегодня сказать об этом не могу, я еще раз повторюсь. Это зона ответственности. Что касается эпохи Возрождения, это компания, о которой я говорил, с которой мы планируем построить питомник по посадке сеянцев. Эту работу мы обязательно будем делать, она нам нужна. Мало того, она выгодна им. То есть, как говорят, в браке счастливы должны быть оба. Нам нужны деревья, они должны зарабатывать деньги. То есть мы в этом плане будем вместе работать. Что касается в целом работы, вы, наверное, знаете, я, насколько мне память не изменяет, почва после пожара восстанавливается где-то в пределах 10 лет, 7-8 лет, вот так. Поэтому там надо провести то, что выбарковали, выпилить, раскорчевку, пней подготовить. Ну, там эту всю работу делают лесники. Когда это будет закончено, мы поймем. Но, в принципе, они тоже занимаются высадкой деревьев. Поэтому мы смотрим с ними в одну сторону, мы будем готовить. Что касается других видов деревьев, я сказать ничего не могу. Ну, честно скажу, мог бы здесь поумничать, но я не специалист в этой отрасли. Но я хочу сказать, что, в принципе, нам не помешало бы, конечно, какие-то районированные сорта хороших, может, каких-то новых видов деревьев сюда привезти. Возражений в этом плане нет, мы с ними поработаем. Они позиционируются как такой глобальный. Ну, поэтому я говорю, мы с ними поработаем. Я думаю, что мы какое-то решение найдем в этом плане, что если есть какие-то новые сорта деревьев, которые у нас приживутся, почему нет? Спасибо. Казахстан ұлттық арнасының меншікті тілшісі Ержан Жакупов. Мен бір ғана сауалым бар. Өзіңіз білетін кезіндегі атышулы жоламан деген поселкі бар ғой қаланың шетінде. Әлеуметтік мәселе шаш етектен, ол жерде ауыз су жоқ. Және білуімше 5-6 көп қабатты үй бар, әлі күнге дейін үйді пеш жағып жылытып отыр. Сонымен қатар жаңа ауыз су демекші, ауыз суды тарту үшін ол жақтағы үйлер әбден ескірген, оларға тартуға да келмейді. Соғыс жылдарында салынған үйлерде адамдар әлі тұрып жатыр. Ол үйлерді кепілге қоя алмайды, банкке ескі болғаннан сата алмайды. Осы поселкінің проблемасы болашақта қалай шешіледі? Бас жоспарға енгізілген ба? Жақсы, рахмет сұрағыңызға.
осы қазір таңда жасалынып отқан, әзірленіп отқан бас жоспарда жоламаның мәселе шешіледі. Ол бір. Екіншіден, осы қазір осы бейне камераларының алдында мен оны айтпай қояйын. Қазір мынау біткеннен кейін мен сізге бір ақырында бір құпияны айтайын. Оны қазір айтпай қояйын, рұқсат етсеңіз. Иә, ол шешіледі. Жолын қазір сізге айтып беремін. Рұқсат етсеңіз. Қарсы емес болсаңыз. Рахмет. Екатерина Гуляева, закон кезет. Пожалуйста. Вопросов нету, да? Первый канал Евразия, Бутымбаева, Завреш, с нами на прямой связи. Завреш, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо большое за брифинг. Очень много интересных тем вы подняли. Также я хотела бы затронуть исторические здания. Вы уже проговорили про купеческие особня. Хотелось бы узнать, что будет с ветинститутом, а также крупными заводами, такие как мясокомбинат, фабрика Пош. Ходят слухи, что их хотят продать иностранным инвесторам, а точнее людям из Китая, точнее бизнесменам, да, из Китая. Так ли это, пожалуйста? Фейк, не фейк? Расскажите поподробнее. Спасибо за вопрос. Что касается ветинститута, мы неоднократно проводили по нему обследование. Последний раз я сам лично привлек специалистов КазНИСА, чтобы они провели четкое, дали мне заключение. И в соответствии с этим заключением сохранить здание не получится, к сожалению. Но с собственником я разговаривал и попросил, чтобы они какую-то из стен оставили, как память. Другой возможности нет. Слишком долго он простоял под воздействием, под эрозией ветра, под дождями, снегом и пришел в такое состояние. Это что касается заветного института. Что касательно мясокомбината и Пош, ну, я думаю, что если вы в этом городе были, знаете его, то там, в принципе, продавать нечего, я думаю. То есть там практически... Территория. Что будет с территорией? Собственники есть земельных участков. Если вы знаете наш закон, продать землю иностранцу у нас невозможно. Второй вопрос отлично. Есть у вас? А по завет-институту на этом месте... Да, второй вопрос тоже просто уточняющий. По завет-институту на этом месте что будет? Бизнесменам тоже отдадут или что-то Не-не-не. Собственник этого здания имеется... Этого объекта, говорить здание, наверное, уже неуместно, этого объекта имеется в плане там построить гостиницу. Городу нашему гостиницу точно нужно. Все, ясно, спасибо. И второй вопрос. Многие семичане пользуются Аристоном из-за проблем с подачей горячей воды, но это давным-давно известно. А вот Теплокоммунэнерго недавно заявил, что поднимет тариф на электричество на 11 тенге за киловатт. Это больше, чем в два раза. Неужели в семье будет такой дорогой тариф? Вы знаете, что у нас прокомментируйте в принципе ситуацию. Теплокоммунэнерго самый низкий тариф, и поэтому поднять у него возможность есть. Для того, чтобы нормально существовать предприятию, а это предприятие, я, насколько знаю его историю, с 2007 года, наверное, уже третий раз находится в процедуре бывало и банкротства, и реабилитации. Сейчас он находится в реабилитационном, в процедуре реабилитации. Поэтому для того, чтобы им каким-то образом выживать, ну, наверное, я думаю, это нормальное, правильное решение. Не на большую, в общем-то, рост не такой большой, как слышится. Спасибо, Завреш, за ваши вопросы. А когда горячая вода? 1 июля. Все хорошо, ладно. Спасибо. 1 июля, все равно. Да. Мадина Жатханбаева, кезекте, журналистик зерттеу агенттігі Хакмедиа. Мадина ханым, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе, жақсы естіліп тұр ма? Естіліп тұр, сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Менің сұрағым жаңа өзіңіздің әріптестеріңіз қойып кетті. Мынау Семей орманы туралы өздеріңіз білесіздер. Бұл жерде журналистердің барлығы біледі, ақпараттандырылды деді. Осы орайда 4000 гектар орман шаруашылығы өртеніп кеткен себебі бұл Ресейдегі жайылым жерлер өртенген. Бірақ сол Ресейден келіп жатқан өртті біздің осы Семей орман шаруашылығы қожалықтары оны уақытылы сөндірмей, қазір өзіңіз айтып кеткендей осы бүткіл жұмысқа Мадина ханым. Енді осы айтылып кетті. Мәселеге жауапты деп кеттіңіз. Енді 4000 гектар жаңағы орман шаруашылығының өртеніп кеткеніне әкімдік тарапынан сіздер бейжай қарап отырдыңыздар ма? Сол өрт болғанда біз сол өрт басында болғанбыз.
бүкіл осы құзырлы органдарымыз сол өрт басында болған көмектескіміз. Арнайы органдар жерде жүргізіп жатқан шығар яғни. Облысты тараптан, сіздердің әкімдік тараптарыңыздан қандай шара іс жұмыс атқардыңыздар? Осы Бардалиха ауданында төтенше жағдай болғанда біз бүкіл осы істеп жатқан өрт сөндірушілерге тамағын басқа тіршілігін қамтамасыз еткен біз осы ол аудан. Қосымша бюджеттен қаражат бөлінді. Мадина ханым, екінші сұрағыңыз. Жақсы, осы іске байланысты на бір күні осы министерство экологиядан бір тарап жаңағы комиссия мүшелері келіп қазір сол жерде тексеру жұмыстарын жүргізген, сол тексеру барысында көптеген қылмыстың ісі ашылып отыр бүгін күнге. Бірі күні түнгі сағат 3-те сол тексерушілердің көліктерін жағып кеткен. Осы орайда қазіргі уақытта осы Семейде қылмыстық іс қозғалыпты, осы іс мән-жай не болып жатыр, сіздің қадағалауыңызда ма? Мен осы бойынша хабардармын, бірақ та біздің құзырымызға жатпайтын нәрсе, ондай ақпарат менде жоқ. Рахмет, Мадина ханым. Рахмет, Нұрлан мырза, жауабыңызға. Сау болыңыз. Екатерина Бабко, информагентство, Арна Пресс, КЗ, пожалуйста. Здравствуйте, у меня тоже два вопроса. Один вопрос. Вот недавно прозвучала информация, что вот руководитель управления природопользования сказал, что городу в наследство, скажем так, досталось такое выданное ранее разрешение на спилт деревьев. И такая же ситуация у нас с разрешениями на строительство домов. Сейчас вот многие горожане возмущаются возле домов, в которых собираются строить новые дома. Вот по поводу этого, что будет с этими разрешениями? Будет ли дальше проводиться работа или как-то можно их отменить? Вот смотрите, что касательно спила деревьев, на самом деле, наверное, наша какая-то нерасторопность, мы некоторые вещи не заметили, да, есть такое. Но, опять-таки, это не управление природоохранных программ, это выдает отдел ЖКХ города Семей. У нас такие моменты, где мы прозевали, на самом деле, есть. Но при этом сейчас все это взяли мы на очень жесткий контроль, мы за этими вопросами отслежим. Что касается разрешения на строительство, на самом деле, ну, это очень такой большой пласт, если вы готовы слушать, я готов, конечно, рассказать. Вопрос в том, что в прошлом году, как только я приступил, через неделю я встретился с нашими застройщиками, мы проверили, по-моему, 33 жилых комплекса. Из 33 жилых комплексов условно, я хочу повториться, условно соответствовало нормам, правилам, закону об архитектуре 3. Это говорит о чем? Условно это соответствовало ПДП, была земля и прочее, остальных документов не было. Эти вопросы были. Мы с ребятами встретились, поговорили. Конечно, мы могли остановить, снести, создать такую, скажем, не совсем хорошую ситуацию, но мы со всеми переговорили и сказали, давайте так, мы завершим, приведем все в соответствие, но на этом мы закончим строить вот таким вот кавалерийским способом. Будем строить только по закону. Понимание есть. Сегодня все, что начинается новое строительство, оно только в соответствии с законодательством. И ни один дом, я вам ответ заявляю, здесь построен не будет не по правилам. Что касается тех домов, о которых вы говорите, ну, я еще раз повторю, сейчас несколько у нас домов, по нескольким объектам у нас дела находятся в суде. То есть там вопрос касательно, вот должно было быть 5 этажей, стало 6 этажей. То есть люди берут, достраивают. С ребятами начинаешь общаться, объяснять, ну, вроде все понимают, но уже случилось на самом деле. Поэтому сейчас мы подали в суд, ждем решения суда, будет решение, мы поймем. Есть другие случаи, я видел, вместо 5 этажей строят 9. Это вообще, честно говоря, у меня слов не хватает, чтобы дать какую-то оценку. Но я еще раз говорю, мы эти вопросы сейчас остановили, и все... То, что дома строятся, они будут строиться только в соответствии с законом. Один дом сейчас у нас есть решение суда на снос полностью. А можете назвать адрес, это какой дом? Просто по памяти не скажу. Уже построили. Да, есть второй вопрос. Вот недавно тоже был такой громкий вопрос по поводу объединения двух колледжей
картографии и геодезии и строительного колледжа по поводу возмущения общественности, выпускника колледжа. Вот как вы можете прокомментировать? Это уже окончательное решение? Давайте так, вот смотрите. Ну, говорить о том, что это было возмущение общественности, ну, наверное, это слишком сильно. Где-то кто-то сказал, что я не хочу, мне это не нравится, но я считаю неправильно. Во-первых, чтобы было понятно, и колледж геодезии, картографии и строительство – это практически родственные специальности. Чтобы никто не говорил, это раз. Во-вторых, у строительного техникума, колледжа, у него база новее, она получила деньги у нас по ЖАС Маману, там обновила свою техническую базу. А колледж картографии и геодезии картографии у нас стоит, в общем-то, пользуется оборудованием середины прошлого века. Но на самом деле это неправильно. Мало того, я прекрасно понимаю, что наш колледж геодезии картографии такой же, как геологоразведочный техникум, и как педколледж, и как СФЭК, это те колледжи, которые для нас, ну, скажем, это как священная корова. Самый, ну, скажем, флагман наш. Мы боремся не за то, чтобы их убить, да, и чтобы он прекратил существование, а для того, чтобы он жил. И это будет, мы меняем ему базу только для того, чтобы его больше развить, этот колледж геодезии картографии. Это раз. Что касается того оборудования, которое они сейчас используют, мы хотим приобрести дополнительно новое оборудование. А если мы не объединим, у нас у колледжа, у строительного колледжа и у колледжа геодезии и картографии у них недобор идет. У них в общей сложности порядка 400 с лишним человек не добирают они. После объединения этот вопрос у них, скажем, выровняется, и мы не будем дополнительные денежные средства из бюджета направлять. А если будем направлять, то только на их развитие. Я еще раз говорю, то есть я не знаю, почему этот вообще вопрос мог возникнуть. Что касается этого здания, его никто, я могу здесь как официально заявить, ответственно, его никто не собирается приватизировать. Вообще такого вопроса нет. Мало того, он остается в системе, наша система образования, никуда не уйдет. Мы встретились уже, пообщались и с преподавателями, и с теми людьми, и заинтересованными, кто это был. Вот Шалхар Замбекович стоит, мой заместитель, он с ними встретился. Все вопросы сняты, и мы в любом случае этот вопрос решим. И мы делаем это только во благо. Спасибо. Нурлан Телиманов, осымен келіп түскен сұрақтар таман. Бүгін берген ақпаратыңызға алғыс айтамыз. Өңіріңіз көркейе берсін, істеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Әріптестер, аман сау болыңыздар.